доброе время суток. Мне попросили записать ответ. Как получить лицензию FFL 07? Это производитель оружия в штате Канзас. Ну, какие требования? По крайней мере на уровне чат GPT. Возраст. Быть гражданином США или иметь грин-карту. То есть иностранцам это не, не дадут и людям на визе тоже. Не иметь запрета на владение огнестрельным оружием. Иметь помещение и не быть пользователем. Наркотиков и так далее, и никакой истории психических заболеваний, никакой истории семейных связей. В общем, криминальная история, реально говоря, должна быть абсолютно чистая. Потом требуется получить место, где это будет, получить бизнес-лицензию. Это местные муниципальные власти выдают. После этого заполняется форма 7 от ITF которые можно найти на интернете. И запрос на FFL. FFL – это лицензия федерального продавца. То есть федеральная Federal Firearms License. В реальности это не лицензия на оружие, а это лицензия продавца оружия. Или человека, который занимается бизнесом с оружием. Импортер, производитель и так далее. Потребуются фотографии, отпечатки пальцев. Там на форме все это будет. И, соответственно, надо будет заплатить денежку. Насколько я знаю, занимает довольно-таки долго получение данной лицензии, потому что это производитель, и далеко не всем такое выдают. Особенно сейчас, когда федеральные власти вообще борются с лицензиатами FFL. Очень часто потребуется, если нет мастерской уже изначально, обычный FFL, после этого 0,7%. Ну и будет интервью, проверки и так далее и тому подобное. В том числе проверит помещение, соответствие со всякими законами и требованиями. То есть, например, тип здания, возможно. Если есть химическое загрязнение, то уже это, к этому могут придраться. Система охраны и так далее и тому подобное. Если лицензию получите, это вам, надеюсь, повезет, то, соответственно, у вас будет легальная возможность производить оружие, не автоматическое, не класс 3, там требуется другая лицензия, то есть стандартное гражданское оружие. Если вы хотите производить оружие третьего класса, в том числе глушители, автоматическое оружие, короткоствольные карабины, винтовки или короткоствольные дробовики и так далее, или модифицировать под них – это тоже самое, та же самая лицензия, то это совершенно другой уровень лицензии потребуется. И об этом мы поговорим в отдельном видео. Ну, еще раз, если вы хотите торговать этим оружием за пределами страны, то там еще дополняются всякие международные законы и так далее и тому подобное. FN-07 дает возможность производить и продавать огнестрельное оружие и боеприпасы. Так что вот в Канзасе никаких дополнительных требований на эту нету. Есть требования, скорее всего, там, где вы планируете открыть вот этот заводик, мастерскую или, или производство, потому что есть понятие зоны, то есть коммерческая, индустриальная, резидентная, школьная и так далее, там разнообразные зоны. Далеко не во всех зонах местные власти могут разрешить построить оружейный завод. Это надо выяснять заранее, потому что это место должно быть до подачи лицензии. Подача на лицензию. Надеюсь, это вам поможет. Спасибо за внимание.